Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о самых популярных сортах помидоров, огурцов, перцев и зелени. Как известно, сорта помидоров подразделяются по высоте куста, по срокам созревания, по размерам и форме плода. Наиболее популярны среди покупателей томаты ранних сроков созревания с низкорослым типом куста, такие как Санька, Женечка. Также популярны ультраранние, например, Красный Петух. Следует сказать также о том, что среди ранних томатов редко бывают сладкие и крупные плоды. Наиболее популярные сорта огурцов у покупателей – это раннеспелые гибриды с букетной завязью. Это такие сорта, как Конни, Кураж, Чудо-букет, Паратунка, Сибирский букет и Коль. Также следует отметить, что эти гибриды устойчивы к болезням и к перепадам температур. Среди сортов сладкого перца наибольшей популярностью пользуются толстостенные сорта, такие как Бутуз, Бизон красный, Сибирский формат, Калифорнийское чудо, Яблочный спас. Из множества сортов зелени наибольшей популярностью пользуются кустовые сорта укропа и сорта петрушки с обильным образованием листьев. Кустовые сорта укропа отличаются тем, что они образуют большое количество зелени, большое количество розеток листовых, и они долго не зацветают, долго не образуют зонтик. Такие сорта петрушки, как Богатырь и Итальянский гигант, отличаются обильным количеством зелени и пригодностью для многократной срезки. Кустовым и долго не цветущим сортам укропа относятся такие, как Аллигатор, Алмаз и Ароматный букет. Спасибо за внимание.